На старт, внимание, марш! 8 групп, от самых юных до возрастных, от любителей до профессионалов. Все те, кто неравнодушен к велоспорту, в очередной раз встречаются в Гребневе. Традиционный турнир по велоспорту маунтибайку проходит в поселении. Третий этап открытого кубка «Золотые колеса Подмосковья». В рамках популяризации этого вида спорта, в рамках, наверное, открытия в нашем Щелковском районе тоже такого отделения, эти соревнования имеют колоссальное значение. Ну и просто мы говорим о том, что те, кто приходит и смотрят на победы ребята, вот посмотрите, какие маленькие, есть даже 6-летние спортсмены, наверное, после этого задумаются, что нужно обязательно отвезти, отдать своего ребенка в ту или иную секцию. Эти соревнования как флаг, как стяг, как вымпел, да, ради этих мероприятий мы, в общем-то, работаем. И, в общем-то, эти мероприятия в конечном итоге должны нам дать какой-то шаг в развитии. Соревнования ежегодные в таком формате. «Золотые колеса Подмосковья» проходят уже в 6-й раз. И по традиции площадкой для проведения одного из этапов состязаний становится Березовая роща в деревне Гребнево. Принять участие в спортивном празднике приехали спортсмены из Москвы, Рязани, а также различных городов и районов Московской области. Всего более 300 человек. Они проходят здесь, в Гребневском поселении. Почему? Потому что конфигурация трассы позволяет вот именно здесь разместить ту трассу таким образом, которая нужна для спортсменов. Для того, чтобы выявить действительно сильнейшего. На основе этих соревнований будет сформирована сборная области, которая будет уже участвовать на более масштабных соревнованиях. Для любителей спорта такие соревнования – настоящий праздник, ведь это уникальная возможность пообщаться с яркими профессионалами. Поддержать спортсменов приехала Айна Пуронин, заслуженный мастер спорта, многократная чемпионка СССР. Я единственное хочу им сказать и пожелать, что именно чтобы не падали духом. На первых соревнованиях бывает так, что не выиграешь, да, ну, чтобы проанализировать свое мероприятие, свое это самое выступление, ну и добиваться успехов, чтобы они защищали честь нашей великой страны, России на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских игр. А пока необходимо усердно тренироваться. В зависимости от возраста участникам предстояло преодолеть определенные дистанции от 1,5 километра до 17,5. Но не просто трасса, а с препятствиями. Маунтибайк предполагает большие расстояния, труднопроходимые маршруты, крутые спуски и резкие подъемы. И все это на высокой скорости. Получается своеобразный тест на выносливость. В таких условиях побеждает тот, чья воля к победе оказалась самой сильной. Я уже занимаюсь 5 лет. И это моя первая победа на таких соревнованиях. Что для тебя эта победа значит? Значит, что я правильно тренируюсь и то, что я продолжаю этим заниматься. Ну, я думал, что я последним приеду. Не знаю. Они такие все высокие были, думал, что они сильные. Сначала на старте я волновалась, а потом, когда стартанула, у меня уже все отпустило, и я ехала спокойно. Ребята стали победителями третьего этапа, а обладатели кубка, абсолютные чемпионы, будут известны позже, после того, как пройдут остальные этапы соревнований «Золотые колеса Подмосковья». Дарья Заснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».